Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что зашли. Здесь я рассказываю о продукции с сайта iHerb, и сегодня нас ждет с вами распаковка очередной посылки. И вот уже сразу я вижу очень желанный продукт. Расскажу обо всем поподробнее. Это корейский бренд Пюнкангьял, и очень мне нравится концепция этого бренда. Они выпускают косметику без отдушек, что естественно, потому что производство на основе косметологической клиники. Состав у него просто шикарный, женьшень, масло ши и так далее. И, конечно, очень интересные отзывы, которые я изучала перед тем, как положить его в корзину. Достаточно необычный формат для крема, здесь 50 саше по 1 мл. И, как написано в отзывах, его хватает на 2 дня, если наносить утром и вечером. Так, все запечатано. Ой, как интересно, это все упаковано. Ну, вы только посмотрите. Очень мило. Так. Угу. Вот такая жестяная баночка. Угу. И вот такие саше. Очень удобно брать с собой или в отпуск, или на дачу. Я думаю, что я не буду растягивать этот крем на 2 дня, а буду использовать его за раз, потому что плюсов именно вот в таком формате тоже много. Получается, что я открываю крем и использую его сразу, то есть он у меня не окисляется. Когда крем в баночке, мы его открываем постоянно, он контактирует с воздухом и идут какие-то свои процессы нежелательные. Вот, поэтому крем с натуральным составом, он, как правило, долго не хранится, и вот этот формат в саше, в принципе, меня очень даже устраивает. Я попробую его потестировать и дополнить свой отзыв о нем. Фантастически увлажняет обезвоженную сухую кожу вокруг глаз. Причем это долговременное увлажнение, мелкие морщинки становятся меньше, то есть они становятся менее заметными. Крем хорошо напитывает и подходит даже для очень чувствительных глаз. И хочу показать вам консистенцию этого крема. Вот у меня сейчас кожа рук такая суховатая достаточно. И я нанесу. Он довольно-таки плотный. Но когда впитывается, не оставляет никакого такого, знаете, неприятного дискомфорта, как это бывает иногда. Его, конечно, здесь достаточно много. Очень приятный. На первый взгляд такой немножко маслянистый и плотный. Но впитывается он классно. И работает он просто отлично. Я вообще так и думала, что у меня, скорее всего, будут восторженные отзывы о нем, потому что после тонера, который я попробовала, я поняла, что я хочу от этой компании много чего. И вот продолжила я кремом для глаз. Вот смотрите, кожа. Не знаю, камера, наверное, не передаст. Но кожа стала действительно такой более ухоженной. Есть у него легкая-легкая одушка у этого крема. Ну, такая, знаете, почти незаметная. И, конечно же, женьшень – это просто кладезь витаминов, микроэлементов и именно ухаживающего эффекта. На iHerb есть еще один потрясающий крем для кожи вокруг глаз от этой же компании с черным чаем, тоже шикарнейшим составом и очень интересной, приятной упаковкой. Я думаю, что после вот этого крема, как он у меня закончится, мне нужен будет еще один, следующий, и я попробую и тот тоже.
Очень мне нравится эта компания, продукция, поэтому я буду продолжать, конечно. А вообще, после того, как я попробовала тонер от этой компании, у меня, конечно, не было сомнений, что я обязательно закажу еще что-нибудь. Следующий продукт, который я заказываю постоянно, это биодобавка. Любимая работающая компания Solaray. Эта биодобавка назначается врачом-эндокринологом при заболевании гипотиреоз. Здесь вот такие капсулы внутри, 60 штук в упаковке. Вы видите часто эту биодобавку в моих распаковках, так как ее пьет моя мама по назначению. И я стараюсь, конечно, следить, чтобы она у нее не заканчивалась никогда, потому что это как гормон, то есть его просто нельзя, вернее как, это не гормон, конечно, это помощь щитовидной железе. Вот, при отмене гормонального препарата, и пропускать это нельзя, потому что щитовидка такая серьезная вещь, что если его не принимать, то могут случиться сбои. Любимая корейская компания Миша, и этот карандаш для бровей был в новинках. Как только я увидела его, я сразу же его и заказала. Какой тут интересный скошенный грифель. Так, постараюсь сейчас сделать сводч. То есть, вот смотрите, можно прорисовать достаточно тонкие, если приноровиться, волоски. Здорово. Цвет такой коричнево, холодно-коричневый, сероватый. Мне нравится. Я тонирую волосы свои светлые в холодный тон, поэтому мне по цвету подходит просто идеально, по цвет глаз и так далее. Попробовала я его сейчас на стойкость, то есть попробовала потереть. И все-таки цвет, наверное, я ошиблась. Он не коричнево-серый, он все-таки серый. И вот если его... Ну, то есть он не очень устойчивый, да? То есть, в принципе, я не думаю, что мы красим брови и потом трем их в течение дня. Ну вот. Ну вот до конца не оттирается, но вот так. У меня есть вот такое замечательное средство, тоже от Миша. Оно двухфазное, я его уже сболтала. И отлично им смывать косметику с глаз, косметику с губ. Ну вот оно прекрасно, конечно, справляется здесь. Маслянистая такая основа, половина. И половина что-то типа мицеллярки. В общем, мне очень это средство нравится. Мягкое, деликатное, как раз для области вокруг глаз. И вот можно запросто смывать этот карандашик с бровей. И, наконец-то, дошла очередь и до бьюти-бокса. Это вот такая красивая коробка. Детокс, я очень ее хотела. Посмотрела состав, мне все понравилось. И сейчас я ее открою и покажу вам подробнее. Бьюти-бокс этот был в пробных товарах по очень приятной цене. И, в принципе, получается, что очень выгодно, потому что одна только щетка, вот такая, стоит половину всей этой коробочки. Вот. То есть, если заказывать по отдельности, конечно, выйдет намного дороже. Поэтому предложение просто замечательное. Щеточки бамбуковые с углем. Вообще вся вот эта коробочка, она наполнена продуктами с содержанием угля. То есть это детокс. А уголь, как известно, это прекрасный абсорбент. И вот именно этим он и славится. Ой, как замечательно. Это целых две щетки. Такой семейный наборчик. Очень классный. Я думаю, что мне понравится. Сейчас посмотрю, какая щетина, потому что щетина средняя или больше похожа на мягкую.
Мне вот для моих чувствительных зубов, я думаю, что это будет просто идеально. Ну и смотрятся они в ванной просто эстетично для тех, кто любит такой скандинавский стиль. Я вот очень люблю. Сама щетина нейлоновая, а щетка деревянная. Дальше, на что я тоже сразу обратила внимание в этом бьюти-боксе, это вот такой конжаковый спонж. С конжаковым спонжем я познакомилась уже давно. Покупала их в фикс-прайсе, они там были по очень такой низкой. И мне очень понравилось им умываться. Вот в этом бьюти-боксе конжаковый спонж, он тоже с углем, то есть он черного характерного цвета, и он твердый. После того, как он намокает, он становится мягким. Как известно, корейские пенки, а именно ими я и умываюсь, они обязательно перед нанесением на кожу размылить, вспенить, и потом только так, как там очень высокая концентрация всего, и потом только уже наносить на кожу. Так вот, этот конжаковый спонж будет просто моей такой палочкой-выручалочкой в этом деле. И думаю, что для моей кожи, склонной к жирности, вот именно уголь будет очень хорошо служить в плане абсорбирующего вещества. Слушайте, ну мне все больше нравится вообще состав этого бокса. Дальше это масло, очищающее масло с просто шикарным составом. Здесь идет и успокаивающий эффект зеленого чая, и ромашка с розмарином. Дальше идет тонизация центелла азиатской, по-другому она называется гутокола. Растение-шлемник, ну и древесные угли, естественно, которые очищают поры и помогают удалить загрязнение. Я вообще очень люблю косметику корейскую, в составе которой есть центелла азиатская или гутокола. Прекрасный компонент, улучшающий микроциркуляцию, способствующий выработке собственного коллагена. Зеленый чай тоже, как известно, богат антиоксидантами, поэтому и омолаживающий эффект. Солодка обладает противовоспалительным действием. Дальше ресвератрол, который повышает тонус кожи, и розмарин с антисептическими свойствами помогает уменьшить отечность. Этим очищающим маслом можно пользоваться как и с утра, так и снимать косметику вечером. В этом бьюти-боксе собраны известные мне компании, которые я уже пробовала и которые не пробовала ни разу. Вот DSRS, например, я знаю. Хорошая проверенная компания. Это мыло, думаю, что тоже черного цвета. Здесь, судя по запаху, есть чайное дерево, которое я просто обожаю, поэтому мыло это будет использоваться мною с большим удовольствием. К щеткам идет зубная паста. Пробничек, конечно же, 28 грамм. Уголь, как известно, обладает отбеливающим, легким таким отбеливающим эффектом. Тоже буду пробовать, очень интересно. Вот эту компанию я давно на нее уже смотрю, ни разу не пробовала еще пасты от нее, хотя Сайхёрб пасты заказываю часто, они хорошего качества и с безвредным составом. Так, и что тут остается? Это маска, восстанавливающая, очищающая для баланса кожи. Отшелушивающая масочка. Тоже буду пробовать. Я очень рада сегодняшним моим приобретениям. Друзья, все ссылки вас ждут в инфобоксе, конечно же. Я благодарю вас за просмотр, за ваше внимание. Не забывайте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А я желаю, как всегда, вам счастья, здоровья, радости и до новых встреч!